This conference will now be recorded. Итак, коллеги, всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами такой небольшой семинар «День открытых дверей», посвященный профессии Java-разработчика. Ну, во-первых, я представлюсь. Меня зовут Шуйков Сергей Юрьевич. Я являюсь преподавателем учебного центра «Специалист». Веду курсы по программированию, веб-разработке, в том числе курсы по разработке на Java, объектно-ориентированному программированию, использованию различных фреймворков и так далее, в том числе Java фреймворков, например, Spring. Также у нас с вами сегодня в онлайне один из наших менеджеров, Оксана Ребенко. Оксана, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я сегодня буду вместе с Сергеем рассказывать вам про наш учебный центр и про специальность Java-разработчика и про наши сервисы, которые у нас есть. Ну, давайте, наверное, сначала я расскажу про саму эту профессию, да, что такое и кто такой вообще разработчик, что такое язык Java, кто такой Java-разработчик, что он должен знать, какие они бывают, да, там разных квалификаций и прочее. Вот, а затем уже передам слово Оксане, она меня, соответственно, дополнит. Так. Ну, начнем мы немножко издалека. Будем говорить не просто о том, кто такой Java-разработчик, а поговорим просто о разработчиках, да? Ну или как их еще называют, программистах, о профессии программиста, хотя сами программисты предпочитают термин разработчик, да, по-английски developer. Вот, и обычно всегда себя называют именно так, разработчики. Кто это такие, что это вообще за профессия? Ну, понятно, что это те люди, которые создают программы, работающие на наших компьютерах. Под компьютерами понимаются не только те компьютеры, за которыми вы сейчас сидите, но и ваши телефоны, планшеты, а также множество компьютеров, которые называются серверами, которые вы не видите, но тем не менее вы с ними взаимодействуете. Например, когда вы заходите на какой-то сайт и прочее, прочее. Вы все равно, точнее, ваш компьютер взаимодействует с удаленными компьютерами, вот, на которых также работают программы. И все эти программы как раз создают разработчики. Какими же знаниями должен обладать разработчик, чтобы, собственно, уметь создавать программы под компьютер? Во-первых, почему вообще нужно создавать для компьютеров программы? Потому что без программ любой компьютер – это просто дорогостоящая железка. То есть компьютер компьютером делает только наличие программы. То есть смысл существования компьютера как некой железки – это выполнение каких-то программ. Программы бывают совершенно разные. Да, и, ну, вообще все программы можно разделить на прикладные, системные и инструментальные. Большинство программ, с которыми вы имеете дело, это прикладные программы, то есть программы, заточенные на решение задач конкретного пользователя. Обычные пользователи именно с этими программами и работают. Но в любом случае все эти программы, и прикладные, и системные, и инструментальные, так или иначе создаются разработчиками. Что же должен уметь человек для того, чтобы стать разработчиком? Ну, понятно, что он должен обладать достаточно глубокими знаниями о принципах работы современных компьютеров. Что под этим подразумевается? А, ну, и что значит глубокие знания? Подразумевается, что разработчик знает о том, как работает компьютер, гораздо больше, чем
обычный пользователь. Да? Для пользователя компьютер – это в первую очередь интерфейс. Там клавиатура, монитор, мышка, вот, и некий загадочный системный блок, вокруг которого все это и крутится, к которому все это и подключается. Разработчик, он смотрит на компьютер совершенно по-другому. Да, он рассматривает компьютер как определенные логические части, взаимодействующие друг с другом. Да, то есть, ну, даже если этот разработчик, да, и сам компьютеры там не собирает, да, все равно о внутреннем устройстве он должен иметь достаточное представление. Почему? Потому что на самом деле это внутреннее устройство в дальнейшем оказывает влияние на те программы, которые создает разработчик, вот, и те решения, которые, например, принимаются при разработке программ, решения, которые приняты при разработке языков программирования и так далее, различные. Ну, например, там, почему в современных компьютерах бинарная логика? Здесь коллеги у нас спрашивают, есть ли звук. Звук должен быть у всех. Если у кого-то его нет, то, наверное, его нет у всех. Или только у вас. Итак, вот эти знания устройства современного компьютера, да, казалось бы, они вроде бы напрямую разработчику не нужны, но на самом деле они важны, потому что помогают понять, почему те или иные программы устроены именно так. Ну, например, там, почему у нас в современных компьютерных программах обычно используется бинарная логика, двоичная, да? Вот. Просто потому, что сами компьютеры у нас практически все бинарные. Ну и многие другие вопросы, которые влияют на разработку приложений. Я имею в виду именно вопросы устройства компьютера. Следующий момент, естественно, разработчик должен владеть тем инструментарием, с помощью которого он создает программы. Да, это, ну, в первую очередь, это, естественно, языки программирования и инструментальные средства. Инструментальные средства – это то программное обеспечение, которое разработчики создают сами для себя. То есть то, что им нужно для работы. Это всякие там компиляторы, текстовые редакторы, системы помощи, отладчики и так далее. Часто это все объединяется в единый набор, который называется средами разработки и так далее. Вот. Это, кстати, самый любимый у разработчиков программы, да, потому что, собственно, это то, с чем они проводят больше всего времени. Вот. Ну, естественно, знание этих средств, умение их применять правильно, является must-have'ом для любого разработчика. Дальше, предметная область. Но дело в том, что предметная область может быть совершенно разной. Совершенно разной, потому что компьютеры у нас проникли во все сферы жизни, и программы, которые мы создаем, они используются в совершенно разных направлениях. Да. Это могут быть и какие-то мобильные приложения, это могут быть и серверные приложения, веб-приложения и так далее. То есть на самом деле очень-очень широкий спектр задач решается разработчиками. Но обычно, да, когда разработчики там уже имеют какой-то опыт, они все-таки начинают специализироваться в определенной предметной области, с которой должны быть более-менее хорошо знакомы. То есть, если, например, там человек занимается там геймдевом, да, то, наверное, там его предметная область – это именно геймдев. То есть там трехмерная графика,
сетевые вещи и так далее. Если человек там занимается созданием каких-то финансовых приложений, то, соответственно, его предметная область – это финансы, математика, теория вероятности и прочее. Если человек занимается какой-то аналитикой, то есть, или там пишет программы для аналитики, то, соответственно, вот он должен разбираться в той предметной области, где он занимается анализом данных. Далее, следующий, ну, может быть, даже стоило бы на первое место это поставить, умение это, то есть что отличает разработчика-программиста от всех остальных, это способность создавать алгоритмы или по-другому, как еще говорят, алгоритмизировать задачи. Да. Ну, что такое алгоритм, наверное, все знают, если, ну, если вы уже занимались разработкой, фактически это набор команд, набор действий, выполнение которых должно привести к решению задачи. На самом деле это самое сложное и самое важное для разработчика – умение алгоритмизировать задачи. То есть так или иначе вся работа разработчиков, программистов состоит в том, что им ставят задачи, которые они, соответственно, должны решать, создавая программы. Но для того, чтобы написать программу, программа – это что такое? Это фактически алгоритм, записанный на каком-то языке. И вот здесь начинается самое сложное, то есть умение перевести поставленную задачу в алгоритм, который эту задачу решит, ну а потом записать этот алгоритм на каком-то языке, вот это самое-самое сложное. Для того, чтобы научиться алгоритмизировать задачи, необходимо обладать способностями к анализу этих задач и структурирование информации. Есть такая старая книжка Николаса Вирта еще 70-х или 80-х годов, которая называлась «Программы равно алгоритмы плюс структуры данных». Книжка, может, и старая, но само ее название, оно очень хорошо отражает суть работы разработчика. А именно способность с помощью своих интеллектуальных возможностей анализировать задачу, структурировать те данные, которые используются для решения этой задачи, входные данные, результаты, структурировать их так, чтобы можно было реализовать алгоритм, решающий эту задачу, ну а потом уже, соответственно, эту задачу, этот алгоритм, вернее, написать на каком-то из языков. Вот. Ну и, наконец, если мы говорим о профессиональном разработчике, да, или, как говорят, промышленной разработке, да, то, конечно, разработчик любой должен иметь представление о том, как строятся сложные информационные системы, то есть об их архитектуре. А практически все более-менее сложные современные информационные системы строятся по распределенным архитектурам. Когда у нас разные части наших программ, или как их правильно называют, компоненты, работают на разных компьютерах и взаимодействуют друг с другом по сети. Вот архитектура таких распределенных приложений, да, должна быть разработчику знакома. То есть речь идет не просто о каких-то алгоритмах типа сортировки там и прочее, да, поиска, но и о построении всей системы в целом. Конечно, начинающему разработчику трудно охватить всю архитектуру, особенно сложных систем, целиком, но хотя бы иметь представление о том, что это такое и какие они бывают, соответственно, разработчик тоже должен. Все, что я сейчас говорил, оно, в общем-то, касается любых разработчиков, да, вне зависимости от того, какие языки программирования, средства разработки, платформы они, соответственно, используют. Соответственно, и навыки, которыми должен обладать наш разработчик, они проистекают вот из этих требований. Да? Но первый очевидный навык – это, собственно, умение программировать,
знание основных подходов программирования, классический структурный подход, объектно-ориентированный подход, функциональный подход, который крайне популярен сейчас и так далее. Как я уже говорил, разработчик должен быть знаком с принципом устройств современных компьютеров, да, ну, в частности, понимать там, что компьютер состоит из там центрального процессора, устройств вот вывода, оперативной памяти, что у нас центральный процессор выполняет машинные команды, да, что такое машинные команды и почему мы, например, не пишем напрямую программы в машинных командах. Вот это нужно для того, чтобы понимать, собственно, откуда появились языки программирования высокого уровня, или как еще называют, высокоуровневые языки программирования, и Java является одним из представителей. Какие языки программирования вообще бывают, да? Потому что, например, язык C, Java, да, и Python, да, они вроде бы все высокоуровневые, но все-таки отличаются друг от друга, да? Если C язык больше является больше языком системной разработки, то есть он больше приближен к тем же аппаратным средствам, да, а Python там интерпретируемый язык, то Java это некая такая словно золотая середина. Как я уже говорил, основная такая способность разработчика, да, это умение алгоритмизировать задачи. Но для этого надо вообще быть знакомым с множеством существующих алгоритмов, дабы не изобретать велосипед. Существует даже такая теория алгоритмов, да, она отдельно там вообще изучается, да, описывается множество различных алгоритмов, их свойств. Также многие алгоритмы используют различные структуры данных, в том числе сложные структуры данных, массивы, деревья, списки. Вот устройство этих структур данных также необходимо знать. Очень часто на собеседовании предлагают воспроизвести, ну или там даже написать какой-нибудь из алгоритмов, работающих со сложными структурами, или хотя бы порассуждать о преимуществах, недостатках тех или иных алгоритмов, там, допустим, алгоритмы обхода дерева в ширину, в глубину, или там алгоритмы поиска с использованием черно-красных деревьев, да, вот такие вопросы, они вполне могут встречаться на собеседовании. Ну, про знание языков программирования я уже говорил. Естественно, алгоритмы – это важнейшая часть теоретических знаний разработчика, но важно также уметь применять эти знания на практике. Для этого необходимо, конечно, владеть одним или лучше несколькими языками программирования, вот, и уметь использовать те библиотеки, которые идут с этими языками, и, скорее всего, даже фреймворки. Почему это важно? Ну, потому что теория без практики, она, конечно, не дает результатов конечных. Еще одна важная область знаний, которой тоже разработчик должен обладать, это, конечно, работа с базами данных. Потому что если мы говорим о каких-то промышленных системах, то очень часто речь идет о информационных системах, то есть системах, которые занимаются накоплением, обработкой данных. Вот. Для решения этих задач в IT существуют, в общем-то, готовые решения. Это базы данных, реляционные базы данных, есть другие виды баз данных. Вот. И с ними, конечно, разработчик тоже должен быть знаком там, с языком SQL и так далее. Вот. Но самое главное, что нужно помнить разработчику, что IT-шная сфера очень и очень быстро меняется. То есть появляются новые языки, новые библиотеки, новые подходы к решению задач там, и так далее. А, обычно говорят, что примерно лет за пять знания разработчика, ну, по крайней мере, практические знания в значительной степени устаревают. Понятно, что какие-то базовые навыки типа алгоритмизации, да, там структуры данных,
Вот. Они, конечно, остаются навсегда, они все время нужны. Но если речь идет о таких уже знаниях более практичных, то есть знаниях конкретных библиотек, особенностей конкретных языков там и так далее, то вот эти знания устаревают, ну, как обычно пишут, примерно лет за 5. Вот, то есть если, например, разработчик впадет на 5 лет в летаргический сон, нам, то через 5 лет ему придется нагонять своих коллег, потому что те уже, возможно, перешли на какие-то новые библиотеки, решения и так далее. Вот, поэтому важнейшей такой задачей любого из разработчиков является постоянное обучение тем новым вещам, которые появляются в его сфере, в соседних сферах и так далее. Вот. Это, с одной стороны, плюс, я имею в виду необходимость постоянного обучения, потому что позволяет все время держать мозги в тонусе, а это, как говорят, продлевает жизнь. И это абсолютно серьезно, об этом пишут ученые. Вот. С другой стороны, конечно, это постоянная нагрузка, то есть кроме выполнения обычных рабочих обязанностей, разработчик, ну хорошо, если работодатель выделяет какую-то часть рабочего времени на совершенствование, на обучение и так далее. Да? Но часто разработчики, ну не разработчики, работодатели, да, они требуют, чтобы все рабочее время уделялось только задачам, и разработчику, если он, что называется, хочет оставаться на волне, приходится тратить свое, часто даже личное время на то, чтобы просто поддерживать свой уровень и котироваться на рынке. Вот это надо иметь в виду. То есть любой человек, который приходит в IT, должен быть готов к тому, что он будет учиться, ну, фактически всю жизнь будет учиться на самом деле, вот, осваивать что-то новое. То есть вариант типа, вот я сейчас там прочитаю 10 книжек, там пройду 20 курсов, да, потом устроюсь на работу, и больше мне ничего не нужно будет. Вот это на самом деле в IT не вариант. Да. Так оно не работает. Вот буквально за 5, ну, 7 лет значительная часть ваших знаний устареет, и если вы ничего делать не будете, то, в общем, ваша квалификация на самом деле будет только падать, несмотря на вроде бы большой стаж, да, который может быть записан в трудовой книжке. Ну, теперь давайте поговорим именно о Java-разработчике. То есть все, что я говорил до этого, да, это были общие слова вообще о профессии программиста-разработчика как такового. Мы же с вами хотим сегодня поговорить именно о Java-разработчике. Ну, для начала, если кто-то не знает, что такое Java, это язык, ну, а можно даже сказать, целая платформа, которая появилась в 1995 году, первая версия, то есть уже, страшно сказать, 27 лет практически вот этой платформе. Но благодаря тем решениям, которые были приняты еще тогда, ну и позже, когда выходили новые версии Java, Java стала и остается очень популярной средой, языком, платформой для создания прикладных программ. То есть если мы с вами откроем рейтинги, например, языков программирования, то Java будет делить первое место, причем уже на протяжении десятилетий, делить первое место с языком C. Ну, C – это основной язык системной разработки. Да, на нем пишется системное программное обеспечение, операционной системы, драйвера там и так далее. Вот. А Java была и остается языком прикладной разработки. Если посмотреть основные направления Java-разработчиков, то есть, например, открыть вакансии, то мы увидим, что есть несколько основных таких крупных направлений, ну, по большому счету, два таких крупных направления для Java-разработчиков. Первое – это крупные информационные системы, часто бизнес-системы, то есть система автоматизации бизнеса.
например, банковские системы, страховые системы и так далее. Это по большей части серверное программное обеспечение, то, что разработчики называют бэкэндом. Бэкэндом, то есть это системы, которые обеспечивают функционирование бизнеса. Это весьма и весьма сложная система, состоящая из многих распределенных компонентов, взаимодействующих друг с другом весьма нетривиальным образом. И второе направление, более молодое, хотя тоже уже многолетнее, это разработка мобильных приложений, ну, под Android, под операционную систему Android, которая является лидирующей операционной системой на рынке мобильных приложений. Вот. Вплоть до последнего времени большая часть программ, она создавалась именно на языке Java, да и до сих пор, собственно, создается. Вот. Поэтому Java, несмотря на возраст, остается в лидерах самых популярных языков программирования. Что же требуется, какими же знаниями должен обладать Java-разработчик? Ну, во-первых, то есть, что спрашивают на собеседованиях и пишут в вакансиях? Во-первых, так называемый Java Core, то есть ядро Java. А что под этим подразумевает? Во-первых, это знание, естественно, самого языка, то есть всех его операторов, там, особенностей их и так далее, и умение их применять для реализации различных алгоритмов. Вот. Далее, знание основ объектно-ориентированного программирования. Дело в том, что Java является чисто объектно-ориентированным языком программирования, поэтому знание основ ООП, а именно понятие абстракции, наследования, инкапсуляции, полиморфизма, там, разделение функционала и реализации, там, интерфейсы, классы, вот это все обязательно. Там, принципы SOLID, так называемые, это 5 принципов, SOLID это аббревиатура, если кто не знает, вот 5 принципов SOLID, знание также паттернов, шаблонов объектно-ориентированного проектирования, да, это все вот части того, что относится к Java Core. Также под Java Core понимается знание основных, вернее, штатных библиотек Java, стандартных библиотек классов, которые поставляются вместе с Java. Вот, все это спрашивается на собеседовании. Но на самом деле, если говорить про стандартные библиотеки классов, то, конечно, они очень большие, поэтому там нет смысла там прямо их все наизусть учить. Но базовые вещи, например, работа с коллекциями, там, компоненты, обеспечивающие ввод-вывод данных, потоки данных, понятие конвейеров, которые вот в 8-й Java в 15-м году появились. Это вот все части этих базовых знаний, которыми даже начинающий разработчик, конечно, должен обладать. Вот. Также начинающий разработчик должен знать о том, что такое виртуальная машина Java, да, общие принципы ее функционирования, там JIT-компилятор, загрузчик классов, что такое сборщик мусора, как он в общих чертах работает, да, может быть, конечно, начинающему разработчику нет смысла сильно углубляться в особенности функционирования, да, алгоритмов того же сборщика мусора глубоко, но иметь представление о том, что это такое и какие требования нужно соблюдать, чтобы там тот же сборщик мусора нормально работал, также необходимо. Еще одна очень важная тема – это многопоточная или асинхронное программирование, ну, в применении, естественно, к Java. Да, вы наверняка, даже если не являетесь разработчиками, а просто пользователями, знаете, что практически все современные компьютеры, они многоядерные или многопроцессорные. То есть фактически в любом компьютере, даже в телефоне, фактически несколько процессоров, ну, пусть они даже на одном кристалле, да, если правильнее говорить, несколько ядер на одном процессоре, вот. Но с логической точки зрения это
несколько процессоров. И вот для того, чтобы уметь задействовать все эти возможности современных компьютеров, нужно обладать навыками многопоточного программирования, то есть знать, что такое вообще потоки, задачи, асинхронные задачи, что такое параллельное выполнение, как они могут синхронизироваться, обмениваться данными и так далее. Это на самом деле очень большая и сложная тема, да, и для начинающих разработчиков часто очень такая страшная и непонятная, но, по крайней мере, знать какими-то базовыми вещами нужно, обладать знаниями, да, знать, что такое там, допустим, если мы говорим про Java, что такое барьеры памяти, зачем они нужны там и так далее. Но кроме, собственно, знания вот этого ядра Java, языка, основных библиотек, на самом деле профессиональному разработчику нужны и многие другие вещи. Ну, во-первых, я уже упоминал базы данных, потому что так или иначе с какой-то базой данных приходится работать. Соответственно, в первую очередь речь идет о реляционных базах данных, да, то есть это знание принципов реляционных баз данных, понятие ACID транзакций и, естественно, язык SQL. Да. Если мы говорим про Java, то это, собственно, умение из Java работать с реляционной базой, то есть, во-первых, на низком уровне использовать штатную библиотеку GDBC, а также использовать высокоуровневые фреймворки, так называемые ORM, Object Relation Mapper, объектно-реляционное отображение, представителем которых является Hibernate. Кроме того, крайне полезно знать хотя бы в общих чертах, что такое нереляционные базы. Они могут быть совершенно разные, но есть такое общее собирательное название NoSQL. Ну, вот как пример могу посоветовать познакомиться с MongoDB. Это будет очень полезно. Далее, процесс создания реального приложения, он подразумевает множество этапов. То есть знание, собственно, моделей разработки, да, там всякие Agile, Scrum и так далее. Но с этим обычно начинающий разработчик знакомится уже в команде. Вот. Но, тем не менее, любой разработчик должен понимать, что такое модульное тестирование. То есть это автоматизация тестов. Это тоже очень часто встречается в требованиях, в вакансиях. То есть уметь создавать, ну, хотя бы простые юнит-тесты, да, быть знакомым с библиотеками журналирования, потому что реальные приложения, они обязательно ведут собственные журналы. Вот, в принципе, в этом нет ничего сложного. Есть для Java несколько различных библиотек журналирования. Ну, вот, навскидку Log4j можно вспомнить. Пишется Log4j, да, читается Log4j. Вот. Есть и некоторые другие, но так или иначе, практически в любом проекте они применяются. Вот. Кроме, собственно, средств разработки, языка программирования, компилятора, разработчик должен владеть и другими инструментальными средствами, которые необходимы при работе в команде. В первую очередь, это системы контроля версий. Вот. Обычно, если речь идет о новых проектах, используется система контроля версий Git. Вот, я крайне рекомендую с ней тоже познакомиться. Также в процессе разработки, если мы говорим про Java, используются системы сборки. Ну, для Java долгим временем таким стандартом де-факто была система сборки Maven. А сейчас есть и более новые, там Gradle, например, и так далее. Вот. А также как бы, во многих компаниях используется система непрерывного развертывания там, и интеграции кода, то, что называется CI/CD. Вот. Но это уже больше относится к моделям разработки, то есть к организации самого процесса. Но хотя бы понимать о том, что такое вот эта непрерывная разработка, continuous integration, continuous delivery, разработчики, соответственно, должны.
Со звуком все в порядке. Коллеги, у кого-то звук пропал? Сергей, было немного, сейчас все слышно. А, все нормально, да? Да. Также необходимо иметь представление о архитектуре современных приложений. Понятно, что когда мы говорим о проектировании архитектуры, особенно крупных систем, это задача более опытных членов команды, их, собственно, так их, ну, и называют архитекторы, но знание того, какие вообще архитектуры бывают, да, как вообще развивалось вот это направление, да, построения архитектур, там, знание классической трехзвенной архитектуры, горизонтальной, архитектуры, ориентированной на сервисы, вот, или сейчас очень популярное понятие микросервисов, вот, также необходимо. Ну, про паттерны ООП я уже упоминал, кто хочет с ними познакомиться, обязательно почитайте книжку «Банды четырех», ее так и называют, «Gang of Four», отсюда и название «Банды четырех». Вот. Можно на нашем курсе по паттернам, опять же, познакомиться. Что такое паттерны? Паттерны – это фактически описание решений часто встречающихся задач. Вот. С описанием всяких подводных камней там, и так далее. Вот. Ну и, наконец, опять же, если мы говорим о промышленном программировании, о софтверных компаниях, создании серьезных каких-то приложений, то обычно используется не просто сама Java, не просто Java Core, а какие-то крупные фреймворки. Для Java, если опять же посмотреть на вакансии, есть два крупных фреймворка, это, собственно, Spring и Enterprise Java, как ее называют, Java Enterprise Edition, или там еще название Enterprise Java Beans. Вот, это все об одном. Вот два крупных таких фреймворка, Spring и Java EE. Часто спрашивают, что предпочтительнее из этого выбрать, Spring или Java EE. Но если смотреть по вакансиям, Spring встречается чаще. Вот. Может быть, так или иначе стоит познакомиться и с тем, и с другим, но в реальности вы, работая над каким-то реальным проектом, будете что-то одно использовать. Скорее всего, если это какой-то унаследованный проект, существующий много-много лет, то, возможно, там используется Enterprise Java, Java EE. Если это что-то более новое, то, скорее всего, там разработчики применяют Spring. Вот каждый из этих фреймворков, он на самом деле достаточно объемный. Опять же, изучать его прям все-все его возможности смысла нету, потому что не факт, что вы будете их применять на данной позиции, но, опять же, изучить принципы работы этих фреймворков, да, если мы говорим про тот же Spring, то изучить, что такое внедрение зависимости, контейнер, который это внедрение зависимости обеспечивает, компоненты Spring и так далее, вот, и применение Spring для решения наиболее часто встречающихся задач, а именно работа с базой данных, там, создание веб-приложений, тех же сервисов, микросервисов. Вот это будет очень и очень полезно. Вот. Ну и, наконец, несколько слов о том, собственно, как разработчики делятся по квалификациям. Понятно, что это деление весьма условное, но обычно принято разработчиков делить на три такие группы. Начинающие разработчики, их называют junior девелоперы, основные разработчики, основной костяк команды, это мидлы, middle девелоперы, ну, обычно наши говорят мидлы. Ну и, наконец, senior девелоперы, которые обычно занимают позиции руководителей команд, тимлидов, там, может быть, даже технических руководителей, технических директоров там, и так далее. Вот. А деление вот по квалификации, оно, конечно, условное, потому что есть, конечно, какие-то официальные тесты, экзамены там, и так далее, вот, но они часто мало отражают реальные возможности того или иного человека, того или иного разработчика. Часто такое деление проводят на основе опыта, то есть вот начинающие это там до года-полутора, да, там middle от
полутора там до пяти, трех, пяти лет, а дальше уже сеньор. Но это деление тоже не очень правильное, потому что, ну, просто по годам в профессии, да, потому что можно, грубо говоря, там 5-7 лет сидеть на одном месте, делать одну и ту же работу, там, в одном проекте какой-нибудь поддержкой заниматься, да, и вроде ты разработчик, но ты дальше не растешь, да, и ни в какого там сеньора не превратишься на этом месте. Поэтому мне больше нравится проводить деление по способности человека, разработчика решать задачи. То есть если мы говорим о джуниор-разработчике, то он обладает всеми теоретическими знаниями, он обладает какими-то навыками, да, практическими, но когда такой джуниор-разработчик включается в команду, то не всегда он способен полностью самостоятельно решить задачу от и до, потому что, может быть, он не знает глубоко сам проект, не знает глубоко те библиотеки, фреймворки, которые используются в этом проекте и так далее. То есть обычно джуниор-разработчик, присоединившийся к новой команде, он работает, ну, не то что под надзором, под присмотром старших товарищей. То есть обычно его код обязательно ревьюется, то есть просматривается, исправляется. Ну, а в идеальной команде происходит и его обучение. Постепенно этот джуниор-разработчик накапливает опыт, и к определенному моменту он будет способен решать поставленные задачи самостоятельно, то есть, собственно, ревью его кода будет просто заключаться в беглом просмотре, да, и подтверждении в системе контроля версий. Это как раз уже уровень middle, то есть middle способен без привлечения коллег решать достаточно сложные задачи в проекте, вот, и, в общем-то, мидлы, да, как я здесь и указал, являются костяком любой команды. Да, многие думают, что вот там побольше сеньоров мы наберем там и так далее. Нет, это не так. Главная движущая сила любого проекта – это вот люди с очень твердыми знаниями, которые способны с утра до вечера решать задачи, то есть брать их из бактрекера. Бактрекер – это тоже инструментальное приложение для распределения задач между разработчиками. Но, кстати, вот если мы говорим про Java-разработчиков, очень популярным бактрекером там является Jira. Ну, точнее, не бактрекер, да, система распределения задач, система учета задач и так далее. Вот эти мидлы изо дня в день, с утра до вечера работают над задачами, которые есть в этой самой джире, вот, как говорят, их закрывают эти задачи, и на них по большей части все и держится. Вот. Ну, а сеньоры – это люди, которые вырастают из мидлов, это люди, во-первых, которые разбираются, конечно, в той предметной области, в которой создается под которую создается это программное обеспечение, и обладает глубокими знаниями как средств разработки, там всяких особенностей, подводных камней, так и тех библиотек, фреймворков, которые они, соответственно, используют. Обладание этими знаниями позволяет еще до того, как мы начинаем что-то программировать, строить какую-то систему, увидеть те проблемы, которые могут возникнуть, и обдумать подходы для того, чтобы эти проблемы решить. То есть сеньоры очень часто работают на позиции, как я говорил, тимлидов, архитекторов, то есть тех людей, которые строят архитектуру всего приложения, определяют, из каких компонентов функциональных будет состоять приложение, как они будут взаимодействовать друг с другом и так далее. Вот. На этих позициях очень важно обладать большим практическим опытом,
построение различных систем, потому что ошибки на этапе проектирования, тем более на этапе проектирования архитектуры, потом будут очень и очень дорого стоить команде. Вот. Но, тем не менее, да, несмотря на условность, вот такое деление разработчиков существует, вот, потому что, собственно, это влияет и на позиции, которые они занимают в команде, и на организацию работы команды, ну и, естественно, влияет на оплату труда. Да. То есть, когда мы смотрим те же вакансии, да, Java-разработчиков, там обычно явно указывается, там, кого требуется, junior, там, middle, вот, и так далее. Сеньоры, ну, позиции сеньоров редко встречаются, потому что сеньоры, они вырастают из мидлов, и обычно компании сеньоров очень берегут, так как сеньоры всегда обладают глубокими компетенциями, то есть знаниями, и, как я говорил, и о предметной области, и о тех инструментах, средствах, которые, библиотеках, которые используются в данном конкретном проекте. Поэтому их действительно очень берегут, и вакансии на них встречаются нечасто. Обычно до них вырастают просто в рамках компании. Так, ну вот вроде бы все, что я хотел рассказать. Оксана, давайте вам слово передам тогда. Спасибо, Сергей, да, спасибо. Оксана, если вы презентацию свою хотите показать, давайте я вас презентером, может быть, сделаю. Да, у меня будет презентация. Спасибо, Сергей. Сейчас я вас немного сделаю. Расскажу про рынок труда, про зарплаты, про наши сервисы. Поделюсь. Все, я вас сделал презентером. Можете расшарить свой экран. Так, секунду. Видно? Секунду. Так. Так. Так, секунду. Так, пока Оксана там готовит презентацию, да, я вот на вопрос отвечу. Да, спасибо. Да, вот коллеги у нас спрашивают по поводу преподавателей, с кем будут проходить там ближайшие. Ну, этот момент можно, повторюсь, уточнить у менеджеров всегда, вот, потому что у нас несколько преподавателей читают курсы по Java, то есть я не единственный. Вот, соответственно, вы лучше у менеджеров уточните. Вот, в принципе, сами курсы по Java, там у нас два уровня по Java, курсы по фреймворку, Spring, курсы по там системам контроля версий, Git, что у нас там еще. Вот, они идут достаточно часто. К тому же вы можете на сайте, да, тоже посмотреть расписание курсов, там будет указан также преподаватель. Сейчас видно презентацию? Да, Оксана, все видно. Спасибо, извините за технические, да, такие моменты. Ну, как я и сказала, да, я немножко поделюсь, надеюсь, что не скучной статистикой, расскажу про наш центр. Вот, надеюсь, что дам сегодня нашим слушателям полезную информацию. Итак, нашему учебному центру специалиста 30 лет исполнилось в прошлом году. У нас в год более 1 250 000 выпускников, 35 корпоративных
35 тысяч корпоративных клиентов, 60 учебных классов, более 250 преподавателей и более 1000 курсов. Какие наши ключевые преимущества? Это, конечно же, то, что мы узнаваемы у работодателей, то есть наших выпускников ценят достаточно высоко. Программа помощи в трудоустройстве у нас имеется. Это то, чем занимаюсь я, как карьерный эксперт. Ко мне можно обратиться, записавшись на сайте нашего учебного центра. Также у нас есть профессиональные консультации по выбору курса. Профессиональная консультация может состояться, если вы записались по телефону, переговорили с нашим менеджером, написали на почту, или можете прийти в один из наших учебных комплексов, которые находятся у нас в шаговой доступности от метро. У нас их несколько, соответственно, можете прийти туда, переговорить с менеджером и записаться. У нас, что очень важно, гарантировано расписание занятий. То есть мы гарантируем дату начала занятий. Это обязательно. У нас есть несколько форматов обучения: очное, онлайн, открытое и очно-заочное. Естественно, наши сертификаты достаточно престижные. Они как российского образца, так и международного. То есть это сертификаты наших вендоров. Чем я могу быть вам полезна? Что сегодня вы узнаете лично от меня? Это наши сервисы по трудоустройству для наших выпускников. Я расскажу о востребованности профессии Java-разработчика в 2022 году и о зарплатах Java-разработчиков. Давайте немножечко расскажу о сервисах для наших выпускников. Что мы предоставляем? Это реальные кейсы от наших работодателей. То есть можно пройти какой-то кейс, который связан как раз с трудоустройством, некую модель работы у определенного работодателя, да, то есть какие задачи он будет ставить перед нашими выпускниками. У нас есть бесплатный курс по технологии трудоустройства и составлению резюме. Проходит он в формате вебинара. Проходит каждый месяц. На него можно записаться тоже на нашем сайте. Карьерное консультирование. Это то, чем занимаюсь непосредственно я. Ко мне можно обратиться на индивидуальную консультацию. Я помогу вам составить резюме. Если вы поменяли специальность, то я составлю резюме под новую специальность. У нас есть вакансии и стажировки от наших партнеров. Также мы проводим дни открытых дверей. Дни открытых дверей – это дни карьеры, когда работодатели обращаются к нам с конкретными вакансиями, и у вас есть возможность переговорить с работодателем, задать ему в прямом эфире вопросы. Очень удобно. Бесплатные консультации по трудоустройству. Это те вопросы, по которым можно обратиться непосредственно как ко мне. Я знакомлю вас с работодателями и самыми свежими вакансиями от наших партнеров. Мы также организуем стажировки для того, чтобы у вас была возможность получить профессиональный опыт. Обязательно составляем конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо, то есть так, как оно должно быть приложено к резюме. Я помогаю подготовиться к собеседованию с работодателем и провести анализ рынка труда, то есть найти свою вакансию, сориентироваться, да, в потоке информации, связанных вот как раз с тем, что есть много сервисов по поиску работы. И здесь очень важно найти свою вакансию, вовремя на нее откликнуться и трудоустроиться. Да? Дальше
по поводу нашего бесплатного курса «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса и карантина». Это бесплатный курс, который проходит онлайн. Проходит он каждый месяц, на него может записаться любой желающий. А что освещается на этом курсе? Во-первых, проводится он нашим преподавателем Светлышевой Ольгой Юрьевной, кандидатом юридических наук, консультантом по вопросам HR-менеджмента. Здесь Ольга Юрьевна поможет вам сориентироваться на современном рынке труда, подготовиться к встрече с работодателем и прохождению тестирования. Встреча с работодателем – это подготовка к собеседованию, да? То есть какие могут быть заданы вопросы, какие бывают собеседования, да? Там стресс-интервью, кейс-интервью. Психологическое тестирование тоже иногда предлагают работодатели. Здесь мы рассказываем, как его можно пройти лучше, какие виды психологического тестирования бывают. Как избежать ошибок в оформлении на работу? Здесь будут освещаться вопросы, связанные с трудовым законодательством, да, чтобы не нарушались права, собственно говоря, соискателей, когда они обращаются к работодателю за определенной вакансией. Ну и, конечно, научиться грамотно составлять резюме, сопроводительное письмо. Вопросы можно задавать Ольге Юрьевне во время вебинара. Если вопросы остаются, все еще можно обратиться ко мне за консультацией. Я дам вам точно также подробную информацию. Обратите внимание, что ближайшее онлайн-мероприятие у нас состоится 11 апреля. Записаться на него можно также вот по QR-коду, соответственно. Что такое вакансии наших партнеров? Вакансии наших партнеров – это, собственно говоря, крупные организации, которые обращаются к нам для того, чтобы мы предложили им в качестве соискателей наших выпускников. Да? Работодатели у нас достаточно крупные, и мы себя зарекомендовали как учебный центр достаточно хорошо, да, в их глазах. Мы размещаем вакансии у нас на сайте учебного центра «Специалист». Мы размещаем наши вакансии в телеграм-канале и в группе ВК. Группа ВКонтакте так и называется, соответственно, «Вакансии учебного центра «Специалист». На всякий случай, да, сделала QR-код, по нему можно перейти, подписаться на наши вакансии и просматривать ежедневно, да, свежие вакансии от наших партнеров. Немного поподробнее расскажу еще про дни карьеры, которые проходят у нас в онлайн-формате. Я уже касалась этого момента. Работодатели на днях карьеры рассказывают о своих вакансиях и о стажировках. Каких работников они хотят видеть в своей команде. То есть не только hard skills, но и soft skills рассказывают про свою корпоративную культуру. И, конечно, на днях карьеры мы освещаем обязательно рынок труда, какие знания и навыки следует получить, чтобы устроиться на желаемую позицию. То есть в днях карьеры участвуют обычно работодатели из одной сферы деятельности. Ну, к примеру, это либо работодатели из IT-сферы, либо из финансового сектора, из сферы продаж. То есть они тематически и проходят по тематике с определенным, в определенной сфере деятельности. Если говорить про Java-разработчик, да, это тема нашего сегодняшнего с вами дня открытых дверей, хотела бы еще раз уточнить, что у нас ближайший курс будет 30 марта. Запись доступна по ссылке на слайде по QR-коду. Немного задержусь на этом слайде, если кому-то интересно, чтобы можно было записаться. И
хотела бы сориентировать немного по рынку труда. Топ самых востребованных направлений в IT-сфере в 2022 году. И как мы видим с вами, да, разработчики Java у нас находятся на первом месте. То есть это самые востребованные сейчас специалисты в IT-сфере. В каких же отраслях сейчас требуются Java-разработчики? По статистике исследований HeadHunter есть некий отраслевой, я хотела бы вам представить некий отраслевой рейтинг вакансий Java-разработчиков. Выглядит он таким образом на данный момент, статистику я снимала буквально несколько дней назад. Сейчас в Москве по Java-разработке предлагается более 3500 вакансий. Из них по сфере информационных технологий и системной интеграции более 1000 вакансий. Финансовый и банковский сектор размещает более 1000 вакансий для Java-разработчиков. Услуги для бизнеса размещают более 200 вакансий. Розничная торговля более 150, дальше идут СМИ, маркетинг, реклама, пиар, дизайн. Там тоже более 100 вакансий. Остальные отрасли тоже присутствуют, я просто обозначила топ-5, в которых наибольшее количество вакансий по Java-разработке, для Java-разработчиков. Ну и, наверное, один из самых главных вопросов, да, который я хотела бы осветить, это доход Java-разработчиков в месяц. Данные на этом слайде представлены международным консалтинговым агентством Hays. Ссылочку я сделала. Данные Hays Salary Guide 2022 года. Есть разбивка по регионам, по зарплатам она не сильно отличается. И, как мы видим, основные сферы, где требуются Java-разработчики, где представлены достаточно высокие зарплаты, это финтех, системные интеграторы и индустриальные компании. Минимальная зарплата Java-разработчиков, да, наверное, джуниорские позиции, ну, достаточно уже такого самостоятельного характера, но тем не менее джуниоры, от 200 тысяч, если мы говорим про финтех, и до 480 тысяч. Про системные интеграторы. Здесь минимальная зарплата от 200 тысяч и до 450 тысяч. И индустриальные компании, минимальная зарплата от 200 и до 400 тысяч. То есть достаточно конкурентоспособные зарплаты. Это вот средний доход Java-разработчика. Сергей Юрьевич коснулся вопроса по навыкам Java-разработчиков. Я хотела бы еще немножко от себя добавить по soft skills, да? То есть это качество Java-разработчиков, которые приветствуются работодателями при приеме на работу, да? То есть это такие качества, как инициативность, умение работать с возражениями, навыки эффективного общения, усидчивость, самостоятельность, ну и стрессоустойчивость. Собственно говоря, это то, что сопровождает профессиональные навыки опытного или джуниор Java-разработчика. И если говорить о наших программах обучения в общем, какие документы мы предоставляем нашим выпускникам, когда они проходят, заканчивают у нас курсы? У нас предоставляется свидетельство центра специалист, удостоверение о повышении квалификации, если вы повышаете свою квалификацию в сфере, в которой уже состоялись как профессионал. Данная программа по
Java-разработки предполагает получение диплома, то есть это дипломная программа, и вы получаете по окончании диплом о профессиональной переподготовке. На данном слайде представлен диплом и есть QR-код, по нему тоже можно перейти на наш сайт и посмотреть подробно, прочитать про курс Java-разработчик. Уважаемые слушатели, хочу обратить ваше внимание, что для тех, кто сегодня присутствует с нами на Дне открытых дверей, мы предлагаем скидку, да, сертификат по промокоду Java2022. Вы можете получить скидку в размере 12 тысяч рублей. Грант будет активен с 28-го, то есть сегодняшнего вечера, и по 31 марта включительно. Не забудьте воспользоваться. Еще один момент хотела бы осветить. Да, это то, что у нас есть комплексные программы обучения. Ну, приведу пример. Если вы идете учиться на дипломную программу Java-разработчик, эта программа состоит из 6 курсов. Между курсами бывают небольшие перерывы, и вот в перерывах между обучениями по этим 6 блокам вы можете пройти, к примеру, обучение по soft skills. Да? И вот здесь вы можете получить скидку от нашего учебного центра. Соответственно, размер скидки от 15 до 25% зависит он от того, сколько курсов в вашей дипломной программе. Соответственно, на более подробное описание ссылку QR-код я дала, да, на слайде. Пожалуйста, можете тоже по нему пройти. В любом случае, запись сегодняшнего дня открытых дверей будет доступна на YouTube-канале. Вот, вам придет оповещение по электронной почте. Ну, собственно говоря, у меня на сегодня все. Пожалуйста, если у вас, уважаемые слушатели, остались вопросы, вы можете позвонить нам, либо написать на почту info@sobachkaspecialist.ru. Мы с удовольствием вам ответим. Большое спасибо вам за участие в вебинаре. И мы ждем вас у нас на курсах. Коллеги, всем большое спасибо, что присоединились сегодня к нашему вебинару. Всем тогда всего доброго и успехов. Будем ждать вас на курсах. До свидания. Спасибо, Сергей. Всего доброго. До свидания.